Здравствуйте. Здравствуйте. Это курсы психологической поддержки? Да. Это курсы психологической поддержки «Синий лучик». Как вас зовут? Борис Джонсон. Как, простите? Борис Джонсон. А это точно ваше имя и фамилия? Потому что имя к фамилии не подходит. Вы должны быть либо Борис Фуфайкин, либо Джозеф Джонсон. Вас за что так назвали? За то, что вы не причесываетесь? Это я причесан. Странно. Видимо, тогда у вас это расческа эбонитовая. Раз так все электролизуется. Нет, у меня обычная расческа. А что у вас тогда эбонитовая? Может, вас током ударило? Ну, исключено. У нас нет электричества. Тогда не знаю, но имейте в виду, у вас точно есть что-то эбонитовое. Я не спорю. Вы к нам откуда? Из Качканара? Из Лондона. А к нам в Россию зачем? Зачем и все? Погреться. Тогда вон идите вон к батарее, вон грейтесь там. Вон там. Да это где это? Вон где свет. А что такое свет? Свет – это то, что определяет, занят туалет или нет. А вы зачем к нам-то пришли, в наш центр? Я безработный алкоголик. А до этого кем были? Ну, то же самое, только с работой. То есть вы хотите избавиться от зависимости? Ни в коем случае. А что тогда? Я хочу найти место, чтобы совмещать. Ну, как раньше. А за что вас выгнали? Заметили, что совмещал? Ну, это как-то неаккуратно. Да. А кем вы работали? А не надо, не говорите, подождите, я угадаю. Да. Вы сторож на стоянке? Нет, сейчас. Билетер на карусели? Нет. Осветитель в клубе? Не угадали. Нет. Я понял. Вы клоун Асисяй? Нет. Клоун Асисяй в Америке, в Белом домике. А за что вас выгнали? Я не знаю. А что вы делали? Я особо ничего не делал. Танцевал, висел на веревочке в каске. И женился. Может, плохо танцевал? Я отлично танцевал. А может, плохо на веревочке? Я прекрасно висел на веревочке, и все ухахатывали. А на ком женились? На женщине. Так вот, за это и выгнали. У вас же сейчас нельзя на женщину. Вы что от нас хотите, от нашего центра? Найдите мне работу. Ну куда вас? Я не знаю даже. Ну, не знаю, вам
Я могу дрова рубить. Не надо, не надо. К нам, знаете, кто приезжал, этот, как он, этот, Шольц? Шольц, знаете, так он дрова рубил у нас, да. Так он, знаете, что делать? Он их в трубу запихивал, а с другой стороны их на веревочке тянули. Полежки. А вы бы какую работу хотели? Ну, такую, чтобы алкогольная зависимость сохранялась. У нас в России любая работа подходит. Значит, я попал куда надо. Да. А знаете что, давайте мы вас устроим в школу учителем физики. Будете ученикам показывать опыты с прилипающими бумажками. Все-таки что-то есть у вас, эбонитовое. А какая зарплата в школе? Никакая. Но на зависимость хватает. Страшно. Сейчас Александр Анатольевич проводит вас на работу. Александр Анатольевич! Это Александр Анатольевич, он у нас работает трудовиком. А почему у Александра Анатольевича только два пальца? А потому что у него уже было 8 занятий на токарном станке. Александр Анатольевич, познакомьтесь с Борей. Это ваш новый трудовик. Держитесь за пальчик. Здравствуйте. Ой, оторвал. Ничего страшного, беритесь за оставшийся пальчик, он вас проводит в подсобочку. Покажет инструмент. Пойдемте. Пойдемте. А давайте лучше танцуем, да и все. Все, мы пойдем.